11 декабря, накануне Дня Конституции Российской Федерации, в музее имени Врубеля губернатор Омской области Александр Бурко в торжественной обстановке вручил паспорта 14-летним гражданам, проживающим в нашем регионе. Гражданин своей страны – это тот, кто соблюдает и чтит законы своего государства. Это тот, кто уважает окружающих людей. Это тот, который всегда готов прийти на помощь близкому или соседу. Это тот, кто верой и правдой служит своему государству. Сегодня ваша основная работа – это учеба. И вы с ней справляетесь неплохо. Свой главный в жизни документ на церемонии получили 36 юных хомячей. Это участники и победители всероссийских и региональных олимпиад школьников, активисты общественных движений, добровольцы, спортсмены, лауреаты творческих конкурсов. Раньше были как творческие заслуги, где-то ездила выступать, а сейчас занимаюсь чисто спортом. Ну, сейчас в разных соревнованиях, спартакиадах, королевах. Я был в восторге, очень красиво провели вручение паспортов, было очень торжественно. Волновался так за свою страну, то есть было очень хорошо спланировано. Губернатор пожелал всего самого наилучшего, высказал свои пожелания, чтобы я хорошо учился и выиграл разные олимпиады и так далее. Церемония вручения состоялась в рамках всероссийской акции «Мы, граждане России», посвященной 25-летию Дня Конституции Российской Федерации. Всего по стране торжественное вручение паспортов прошло более чем в 60 регионах.